카잔 크렘린 구경을 끝낸 나는 시내 구경에 나섰다. 기념품을 파는 작은 가게에 들어섰는데 타타르인과 러시아인 등 많은 사람들이 기념품을 구경하고 있다. Везде можете обратить внимание, нас очень много котов. Кот казанский это бренд города и товарный знак нашего магазина. 어디에서나 볼 수 있는 고양이 장식품들. 타타르인들은 왜 유독 고양이를 좋아하는 걸까? В казанском хане, которого кот казанский спас во время войны, когда Казань завоевывали, брали ханский дворец через подземные ходы приходы. А у хана был кот любимый, очень умный, очень преданный. Он ночью проснулся, приложил ухо к земле, услышал подкопы, все понял, разбудил хозяев, и они всей семьей спаслись. 도시를 구한 고양이에 이어 많은 사랑을 받는 타타르인을 본뜬 인형들이다. 특히 타타르 민족 전통 의상을 입은 타타르족 할머니, 할아버지는 인자하고 넉넉한 웃음으로 인기 만점이다. Бабушка и дедушка вот традиционных татарских нарядах. Это, можно сказать, бренд уже Казани. Всегда, когда везут с Казани какой-то подарок, вот, как правило, бабушка и дедушка. Олицетворение семьи, семейного благополучия, любви и такой устойчивых семейных связей. Это характеристика вообще татарского народа. Татары 전통 인형은 어떻게 만들어지는 것일까? 궁금해진 나는 인형 장인을 찾았다. 이 조그만 공간에서 벌써 25년째 타타르 인형을 만들고 있는 장인은 타타르인이 아니라 러시아 사람이라고 한다. 재료는 오직 솜과 천. 타타르 사람이 좋아서 이렇게 100% 수공업으로 선한 웃음이 아름다운 타타르인 인형을 만들고 있다. Очень хочется, чтобы они из дома выходили с добротой. И чтобы они несли доброту людям. Характер есть такой? Татарский... Доброта, я имею в виду. Есть, конечно, есть, да. Особенно вот деревенские бабушки, дедушки, да, они, конечно, добрые. Ну и бабушки, они всегда добрые. Все бабушки добрые. А можно сделать еще меньше. 내게 타타르인 인형 만드는 과정을 직접 보여준단다. Вот так, вот так вот будет. Улыбки не видно. Утягивается оно. Иголкой лепится. Лицо лепится иголкой. 신기하게 바늘이 몇 번 지나가자마자 양쪽 입꼬리가 올라가고 타타르 사람들의 선한 미소가 드러난다. 물감으로 색깔을 조금만 덧입히면 인형이 완성된다고 한다. И получается, да. Ну, у нас приблизительно где-то 50% на 50% русские и татары. Ну, и еще другое много наций. Вот. Ну, государственный язык у нас русский. Но, однако ж, у нас, в общем-то, мы... Ну, мы дружно живем. 이렇게, 이렇게. 인형 공방에서조차 서로 다른 민족과 종교가 한데 어울리는 이곳. 러시아의 또 다른 힘을 느낄 수 있었다.